500 голды. Сань, нахуй этот аркан, ебаный урон. Нахуй ты позоришься. Ну сейчас под гостой как нахуярить причем, там, блядь. Причем, что больше, чем половина шмота, все на крит, нахуй, ну буду арканом. Так тут могу просто ключам и все, Егор. И стоишь в крыше. Рыбу хавайте и не забывайте, типа, самокидать в ГБ на рыбку в реке. Приправки, специи. Посидели, половили там, сколько-то закинули в ГБ, кому не жалко. А кто сейчас как Майкл Джексон отъехал? Потому что навыки рыбка дорогая, ебать, смысла не тратить бабок нет, когда есть... Живая сила, ебать, которая сама пойдет на воду. Живая сила. Так что давайте, ребят. Что рыбка жрете, как кони, почти так уже сходит. Смотри, 39-е тапки, 39-е запы, 39-е пуха. Просто бисерландец, нахуй. Ну еще пояс, нахуй. В спину он себе сейчас возьмет 39-ю, блядь. Все, давайте, 39-ю, поехали, заливай, заливай. Сейчас еще плачет. Пизда вам, нахуй. Давай. Иннер только дайте, молю. Не давайте ему ничего. И косят, постакать тебе поставить? Да и один раз испытать, просто кинь там 3 стака сразу будет. Что-то может костов, это, костов, ну, там от демо застак. От демо, а, это босс? Ну, типа, ты берешь стак, то жабы разности. Куда ты убежал? Ой, тут два луча. Вообще-то сам не 300, а 4. У меня 2000. Как же сколько? Главное дамажит. Гер. Пали нахуй. Да ебать, да куда Геру, блядь, у меня стрела, блядь, костра. Очень быстро. Блядь! Че ты? Вот, да раз. Сука, как же лагает, ебаный. Владимир, давай, массакр. Сарик, зашлись. Сука, я не успел нормально заехать, 17. Не успел, он чё. А я 25. Шесть. Ну, запад 39. Так. Поехали, быстро кольцо, блядь. Кеза покачушная? Памятная за. Да. Опять не падает? Да. Так, кольцо забирает этот Шомин. Блядь, как эта хуйня с ОД меня бесит, сука. Я сейчас разобью нахуй монитор, блядь. Давайте, Ракатанов, поехали. Так, подожди, не спеши, дай лут раздать. Они комбат, по идее, не вешают. Это вешают, блядь. Запы, давайте, 39-й бисовый на шамана, алю, блядь. Давай, Егор, заебал. Пойдемте. Зачем тебе на это все так? Через неделю крафтовые уже без будут. Ну, если будут. А, типа, у тебя давай. Есть рецепт? Так еще сферы где-то надо найти. Но у меня конкретно нету, но с моей десятки у пацанов есть. У кого лучше агрогенерация? У медведя или у паладина? Паладинов Т4. Ой, у медведя в Т4. Да нет, там Т4 почему. Паладин говорит, он не удержит на Везексе. Че, пук успеет? Паладин по... Ну хуй знает, там как-то по мане, блядь. Ну по мане, да. Высохнет. Да, паладина на Везексе нельзя. Там по мане. По мане вся. Да, пика дракона. Так, убиваем трэш, сейчас там убиваем трэш, и я 5 минут перееру. Хотя вы сами его делайте, когда вам только захочется. Все, пуляйте. Там мы бьем уже его, я говорю, он вешает комбат. А, ну хорошо. О, на Верона отходил, тогда в МК поддержишь, я буду поговорить, скажу. Потом придут, поменяюсь. Зерона может всего босса этого чела держать. Не, я понимаю. Хорош, я, неужели я говорят, подамажу, блядь? Тебе говорят, сейчас моба одного держать. Да, моба, все пока метки поставят, мобу подержишь. Некоторые люди не знают, что это такое. Вот смотри, сейчас начнем бить трэш, а ты одному моба любого возьмешь в МК и будешь его тут держать на лестнице. И, соответственно, бой с боссом не запустится, пока ну, ты моба не отпустишь, и мы его не убьем. Как
капитан. МК же минуту длится. Да, и будешь каждую минуту обновлять. Квадрат бери в МК и отводи его сюда в проход. Давайте, даю ДБМ брейк. Давай быстрее, МК бери. И отводи его в проход. Все, все. Ты тут с ним стоишь. Так его будешь стоять его. Надо? Да, и стоишь, что-то обновляешь. Сейчас. Без остановки. Держите его просто в МК, это моба, и все. Блять, 5 минут вам для перекур, блять, никак не 10 нахуй, а то некоторые, блять, ебут. Я понял. Все, стоишь, обновляешь на нем МК, там пару минут, хау вернется, он тебя поменяет. Да, я тебя поменяю, давай, сейчас приду. Ставьте метки пока что. Горыч говорит, ему второй танк нужен. Хильте меня, Горыч. Захильте приста кто-нибудь, кто тут остался. Шаман какой-нибудь или прист, не знаю, кто-нибудь. Симон? На боссе тоже держать моба? Можешь тоже поддержать. Там на хосту какая. Могу все у босса с ним чилить. Че, кто у нас будет? Кто мне ФК? Давайте, давайте. Раньше. Так, космополит, я знаю, что... Не, подожди, Таня, брат. Спасибо. Бегай. Так, нужно третье тело, которое не АФК. Пусть. А может, АУ успех не могу по домам? Сколько? Два. Или... 5. 6. 6 миликов, да? Не-не, Борис, не-не. Так, а Вяныч, что, ты будешь отходить, нет? Ну, я могу перестать этим заниматься. Ой, я позаниматься, все, тебе надо отойти. Занимайся этим. Давай. Ирландия. Не потому, что мне надо отойти, а потому, что мне лень этим заниматься. Ладно, похуй. И так сюда. Так, перерыв минуты, давайте потихонечку вот опять. А куда столовка проебался? Кто в курсе? Работа.
работает. А, он говорил, что уедет просто. Пук, не хочешь в комнату пойти за Егором? Вот, хорошо, пойдешь. Просто сломал, уничтожил. Так, шо у нас там по меткам уже там делить и не делить? Сейчас люди разбираются. Ну хочешь, подели. Сейчас, подождите. Экономисты тут, блядь. Женек, заходи. Так, Вазивер уже на свое место лезет. На арене, Мась. Пойду под комнату, пойдет с хилов я и... Саня, а что ты по шмоту поменял, что у тебя пуха это в руках теперь, а не дагер этот? Разбегайся, где кто хочет стоять. Чтоб я вас видел. Ты меня? А не, люди, по три, становитесь в метку. Кто где хочет стоять, разбегайся, главное, на три, чтобы стояли. По три человека. И касается РДДшников. РДДшников, миликов это тоже. Аверон, иди сюда. Под ним таргет не вставайте, чтобы было видно вас. Аверон, иди к Войду. Что такое Войд? Не-не-не. Человек Войд спирит. Видишь, пальцы. Возле ворот стоит, там сейф зона. Вот тут, смотри. Иди, не-не-не, не возле тех ворот. Как вот тяжело куда идти. Возле этих, вот тут. Здесь сейф зона, здесь молния не хуярит. Здесь, если стоять, здесь будете МК держать, точнее будешь. Клес, отойди тут. А тут. Если в меня вот эта молния шпилит? Она тут, тут не бьет. Тут разряд здесь зона. Я только что об этом сказал два раза. Мы тут с тобой стоим и с Владимиром. Вот там разные молнии есть, я может попробую. Никакая. Ну, которая на второй фазе, которая заряд, она не хуярит. На первой фазе мы нас тут не будет, мы в комнату, скорее всего, пойдем. Так, куда мне вставать? Суф еще он не разупил. Суфич, давай в луну. А, где мы? Вася, в луну. А ты в звезду? Третьим, а ты в звезду третьим. Ромбик, да. Один человек стоит. Кто в ромбике будет стоять? В ромбик давайте, желающий. Давай я. Давай ты. Я, Месси, с нами кто еще третий? Малах, иди тоже сюда. Ой, не Малах, этот, Амончик. Я Клеус. Амончик. Так я в луне, как бы, тут вот, третий. Встаньте, звездочку третий. Амончик стоял тоже. Ну, Амончик в ромбе с нами стоит, нас трое тут. Сколько человек в кресте стоит? В кресте стоит два, кажется. Три там. Три, пауз. В печеньке тоже три, все четко. Роги, мой вам совет, череду не жмите, если хотите выжить. Рейд еще вайпните, блядь. Да, миликов нахуй сшотите к хуям. Что, у нас получается все метки по три? Ну смотри, у нас еще одного человека можно поставить в трусы. Кто хочет в трусы стать? Ну там вообще, по идее, Ладомир должен стоять. Но... Ну Ладомир в черепе будет стоять, точнее там возле ворот будет стоять. Там сейф-зона, чтобы он столбом хилил нон-стопом. Становись тогда Паша в трусы, что если места есть свободные, хули бегать, зачем? Не-не, он привык. Ну, он встал, все. Все, запомнили свои метки. Давайте в комнату, кого назначаем? Значит, люди. Пук дракона, два хила и ДДШ. Давайте, Фигат. Все локи, нахуй, все маги, пук. И с нами хилы кто там, и все. Клеуса можно, шипешника одного. Да, один на пол можно взять. Ну, он жаба, дайте. Не, пускай Рога туго с нами идет сюда. Он хотя бы шарит. Все, Рога туго, все локи, все маги, правильно? Да, и пусть приполярный с нами идет, чтобы у нас метка с РДД была, или ШП один. Клеус может. Я здесь останусь, да. Давай так. Клеус пойдет, правильно? Два приста, вы два моба берете. Да вы же уточните, кто пойдет. Прист пойдет, нет, и в комнату. Какой прист? Ну, Клео, а во мне же речь. Клеус идет. Все. Мы берем два моба, правильно? Там да, нам одного хватит, нахуй нам два. Давай два, я хочу подамажить вафли. Ебать, а я когда дамажу? Ну, давай, в следующем году. Пиздец. Вот все рейды будешь собирать, нам подамажишь. Пуга рейды будешь водить, там будет все нормально. Да, все, гасите моба этого нахуй. Давайте, гасите моба. Задушили нахуй.
Просто разорвали. Представьте, что это столовка, это тоже какой-то ебаный дреней, блядь. Просто пиздить его лещами, нахуй, блядь. Как сучку, блядь. Под хвост. Потную, блядь. Просто как потную сучку, блядь. Тогда, получается, там стоит Азерона и воет, вы мобов берете в МК. Ты встань, да? Встань на место, тебя будут прохиливать, встань там. Именно Марвара. Не выдумывай, ты тоже, блядь, это. Почему ты тогда убежал? Как-то нет. Направо, направо, направо. Ну, чтоб ты в серии тоже всегда был. Налево. Подведите моба, не убивайте. Его что-то хуярит. Ну захильте его, значит. Сейчас пройдет направо. Yes. Пуляй босса уже. Моба этого точнее. У нас шапашки. Ты моба взял? Где он? Он умер. Мне баши дают. У нас тут в комнате есть СБР? Да, пункт дракон. А этот? Как его сидит? Вообще тут остался. Говорит. Он может разлился. Хорошо пошел, видимо. Вот этого не бейте моба, не бейте его, дайте, подведите его. Спасибо. Еще раз. Хорошо, второго моба забираю. И этот. Успеешь, Берн? Давай на метробусах. Бери моба второго. Вой, ты будешь моба брать? Дистан дают, блядь. Взял? Все, два моба. Там чардж въебало дают. Дайте ассиста. Забафали этого клёса. Дайте ему каску, пристабав быстро. Где он вообще? Кто побежал? Его подняли. Бежал на эту сторону. Нас молния бьёт с собой. Прям. Да похуй на молнию, я захиливаю. Реально похуй, я умер. Понятно. О, господи, бля. Кратьев пробудители. Одного моба главное. Псов, поднимай, Веру. Хотя бы одного моба возьми. Забафали сразу того, кого БР-нули. У нас, блядь, 30 секунд, если что, блядь. Где завоеватель есть, нет? Пока нет. Нет, играйте, пробудите. Больше пробудите. Дисперт, ребят, 15 секунд. Сложный режим. Убиваете? Я сейчас запущу на нитробуцах. А остальные еще. Успеем. Завоевателей нету. Да иди просто. Все, все сделали. Я понял. Запустили. Похуй. Дома, просто так бьем. Стали без... по меткам. Без всякой хуйни. Это изи мода? Нет. Нет, нет хм. Не-не, он сифу на чего прилетело, ребята. Веру. За рядом смотрим, все внимательно отбегаем. Понятно, кто череду нажал? Или... Хуёво стояли. Чё с боссом? Егор, поставь босса нормально. Просто ауру свои достаточно. Просто ауру от природы поставьте. Мод бежит. Крест в мире. Ебать, приморозило. Что вы нужны? Я вас обознал. Есть стать босёк? Нет. Ромбик, стоит там многостовый тот. Сейчас этот репнешься. Не почувствовал вообще. Мы можем попросить космополита поднять Васю бетона. Космополит, мы тебя просим, подними Васю бетона.
Знаете, либо Васьбе там. Правда, побежали не снимаются. А, хуясь, она вот. Похилимся, похилим на себя. Мне кажется, у нас просто ДПС 0, бля. Да? Да заебало, сука! Ой, хорошо. Красиво ты к нам подошел, Вася Бетон, и заложил нас нахуй четверых просто. Хуяк, блядь, царь. Нахуй ты к нам звездочки, со звездочки к Рамбу подошел. Цепную уебал в тебя, Ренжениту тут просто нас трое. Хуяк, чирик, блядь. Что, вы бить будете, царь босс? На каком месте ты стоял? Ты должен в своей метке стоять. А я в румбике стоял? А не, я Вася Бетон. Он вообще в звезде стоит. Ну, я вижу. Видишь, где он лежит? Да, я вижу, вижу. За счет, я за. На 13-м ваншот, я думаю, не добьем уже. Женек, ирландец, космополит, оба роги. Вам как бы между друг другом тоже на 12 стоит, если что. Там или 10. Ну, сейчас бы на тапе подозрели, красавчик. А что у вас там, блядь, не получается с мобами, нахуй, не понимаю? Не получается. Поставили двоих, в итоге ни одного, блядь, не было. Ага. Ну, я поэтому говорю, не надо двоих, надо одного. Да, надо его захилить. Блять, он миликом похуй, они берут его просто хуярят. И Славу поставить на моба, и пусть он стоит, его держит. О, спасибо, пацаны, ну ладно. Ну, спасибо, ты должен был держать. Как должен был, говорили два. Или нет? Два, похуй, один поддержит. Ну все. Вообще подамажить хотел, блядь. Какой дамажить, забей. Я тоже хотел подамажить, пока меня шаман не захуярил. Давайте, стой, разбахались. Что нам делаем уже, блядь, 100 тысяч, женёк. Это сильно. Если вы стоите в метке и видите, что в вас заряжается луч, это не значит, что надо бежать к другой метке, это значит, что надо отбежать к стенке и в сторону. Да. А если шо? Разряд выносите, блядь, не в другую метку, нахуй, а, блядь, от рейда убегаете. Буквой Г. Сначала в сторону молнии, а потом вправо или влево. Как конь ходит, блядь. Либо, блядь, раньше прописали, и выбегаете так, чтобы, блядь, ни с кем не пересекаться. Шахматные метафоры подъехать. Саня и Ладомир. Диспельте спука станы, там, фридом, хуидом, блядь, всю залупу. Потому что вот застанила и походу, блядь, в этот момент сложила приста. А там это не фиг опрокидывание, там опрокидывание, да, там фридом до пизды. Чем я онлайн, если у меня это. Ребята, могу во второго ДЦ сетнуться, чтобы масс диспелить в баге. Не надо. Все точно. Мы его не убили, потому что не было моба под контролем. 20% хосты, блядь, мы бы его закидали под берсу. Мы вообще под геру ему выносим где-то под полтос, блядь. Да? Может, вам ДД добавить? Вы как-то медленно. Ну, у нас с нами идет, повторяю, кто в комнату идет. Идет три мага, идет три лока, кроме Дерафана. Идет с нами биполярный, идет с нами Пук Дракона, Рога Тога, Ладомир и Хао. А Клеус? И Клеус. О, блядь, только я полрейда заебал на рекомендую. Да и попу. Чё это? Это Саня там что-то веселится, ебать. ССы, когда начнется вторая фаза, ССы раздайте, по кому там назначали в начале. По хилам желательно. Миликов, если сдувают, то на них как бы пох. Можно их не бэрить, их все равно сдует опять. Давайте все бафы, всю хуйню. Будем начинать. Люди просят кулак.
Квак. Заквакал, ебать. Баба Магина нет, там распределитесь сами. Пришли. Блять, Женек, что у тебя там? Экономит, ебать. Фласки, наверное, экономит. Тотем защиты от сил природы обязательно в центре, чтобы стоял, чтобы он доставал до всей комнаты. Слышишь, Рофл, мы в рейде 4 часа, Женек с флаской на 1 час, блять, вывозит, блять. Получается, да, блять. На одной фласке. Мы 2.5 в рейде. Не, я так, к слову, типа. Офается на трэш. Все готовы, давайте. Ярче там сейчас стоит. Блять, давайте, че за вайпа ебать, пошлите, все. Собрались, нахуй. Это будет красиво, блядь, да? Тяжело, рэк какой-то, ебать. Нет, стало. Да, вон тут еще. Он облегчает рейд. Дриней же. Хуя себе облегчение, дриней, блядь. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Может быть, нам вначале в центре стоять, чтобы нас чаржи не давали? Вам в центре надо всем стоять. С мобом с МК, потом вы бежите, потом, соответственно, на него обновите МК, все. Не, я всегда сразу стою. Стой, получай чаржи. Стой там, я держи не моба, не и все, больше никто моба не держит. Подвигите вот этого моба. Не бейте его, пожалуйста, вот этого моба, вот. Господи, так мы два или один? Мы два или один? Одного! Все, стой. Все, понял, принял. Вот это убьем. Поставь его метку, я тебе дал. Перебежали. А, все, спулили, хорошо. Гуните, да? Будет телеграм. Квадратик не бьем. Не бьем квадратик. Скрыть квадратик. Будет телеграм. Моба маленького задотали быстро. Играем по большому, маленького просто задотать. Абу Даби, забери с него. Моба этого задотать, чтобы он сдох. Пробудитель, играем. Пока не путай, сам, кто там самый последний спорит. Прыгали за место занятия свои. Кто там отстает, догоняйте. Убивателя этого не играйте, не трогайте. Пробудителя игра. Все. Пробудителя быстро убили. Или босс. Ты держишь МК? Залили трэш быстро. Трэш быстрее, быстрее, быстрее. Защитника убить. Вера. На пол уроде. Великой смерти дрожи своей. Бля, приморозил опять. Ну вот, блядь.
Да ну в трусы бьет, нахуй ты побежал. Вачка, Вачка, себя. Мирики, кто там стоит? Да бля, примораживает. Тросняет. Без смерти сможешь, давай. Жаба. Массакр давай, Егор. О, звезда. Как нахуй, алё, блядь? Погон. Ты посмотри, где я стоял, блядь. Ровно по линии, блядь. Пидоросня, блядь, ебаная нахуй. Это, а Верона, а большущее тебе спасибо, блядь. Первый человек в моей жизни, который дал подамажить, ебать. На ебаном туре. Я турин. Просто почилил. Красава. На следующем КД ты дамажь, я чилю. Ресните меня. На следующем КД я не факт, что буду. Дайте ГП, хули он дамажит. Мы на НСКД будем, но хаток собирать. Если что, во второй рейд приходи, там допиздимся. Где ты? Смотри, чел. Чел, блядь. Сука, главного чела нет, а шо? Яму снял. Ресните меня. О, арбалет. Да. Что это, бисовый арбалет, да, сейчас? Да. Для ханта, да. Для какого-то вара или для роги не очень, потому что суки-то да, нет. Да, там статы залупал. Поехали. Ну, по-моему, с огорода получше будет, не? А что триню на аркан мага норм это? Да пошел ты нахуй, блядь. Да, по-моему. А, ты еще скалыш. Не, на аркан она будет, мне кажется, имба нахуй. Ну все, дайте мне. Сочная. Так, я не знаю, кому? Паладин, жрец, чернокнижник. Владимир, на, блядь. Так, паладин жрет чернокнижник. Амончик, на. Идем фею чистить. Опа! Ну на аркана, мне кажется, это именно имба, нахуй, не триня. Можешь на Африка взять. Да ты въебался! Ты мои три не видел, какого Африка? На Африка. Саня, шо, уступишь Абу-Даби? Давай. Спасибо, Сань. Нет. Арбалит. Ну тупо я аркан сейчас, блядь, на первом месте, ебать. Да. Так, это так, хау тебе отдаю. Это там проснулся, блядь. Не, это триня очень сильная для аркана. А верно, куда ты улетел, кстати? Вот это триня, вторая с острова, ебать. Обе триня одеваешь, у тебя, блядь, статические, нахуй, блядь, сколько там, 260 СПД. И под бурсты как раз, под там мощь тайной магии или под какую-то там хуйню, эту триню отдаешь, потом, блядь, перчатку, потом стыглую кровь, и у тебя, блядь, все уже откатилось, нахуй, блядь. Там срываешь агро и есть, наверное. И упирайся в ХКД одну секунду. Я по очереди тебе говорю, не все сразу отдавать. Под четырьмя закончилась сальвами. Закончилась триня, отдал перчатку. Закончилась перчатка, отдал стылую. Закончился Саня. Танк. Саня, скоро будешь отрыв на магии фармить, Саня? Никогда. Почему? Какой делать? Всё, блядь. Лёс Малагу, да я ждал Донти на фарме, блядь. Всё на фарме. Так, Малаг, записывай мой пароль, блядь, логи, нахуй, всё хуйня. Всё должны, если чё, потом спиздишь. Малаг, можешь фармить с квестом голду себе забирать. А может, пацаны, может какой-то милик помочь ШПшнику первые квесты сделать, которые это... 12 полутать, чтобы потом контракт уже по самой пати искать самому. Ебать, нашел.
Сейчас ну тут таких как бы нету, блядь, добрых людей. 5000 помогу. Как нету, не кажется. Хуя. Ладно, давай я тебе помогу. 8к. Ой, за квест. Бай. Ладно, ладно, 10-10, давай за 10. Нам просто помогу. Пизды дают эти мобы и баны. А кем ты делаешь? Да я хочу шипешником сделать. Вот этим? Ну да. Так а в чем проблема, блядь, ты прикалываешься лишь? Не, я просто не знаю, РДДшнику на пизды дадут там. Блядь, я Аркан Маги, блядь. Я вот сейчас на Аркан Маги, блядь, делаю. Хуйню в соло, о, там спокойно. Там проблема, да? Что тебя не бобы пиздят, а другие челы. Ну да. Вот, а я, конечно, я, блядь, в мишки нахуй превратился, меня мало кто пиздит. Так собирай не на квест, а собирай, хочу отпиздить людей в Толгороде. И пойдет намного больше людей. Я не вижу, где тут нахуй шея. Папа, блядь. Они там пиздятся, а ты втихую квесты делал. Да там просто слух, слух такой, что если других пиздить, то потом тебя будут пиздить, блядь. Да не, я каждый раз пизжу, а потом не хожу туда. Шею сделал себе навар, я специально спекаюсь в танк, одеваю фулл дэшмут и ломаю ёблы лохам, блядь. И фармлю Талград таким образом, блядь. Да-да-да, нормальная тема. Пиздец, я вот подхожу, даю 3 дотки в первого попавшегося чел и убегаю на тучке. Блядь, меня только не пиздить там, если увидите, ладно? Я сейчас пристал. Хорош, давайте, залетаем. Потом Редрик под крылом тебя догоняет. Я просто последний вместо РТ, блядь, туда на Толгород. Да, я так и было, я видел, Редрик догоняет его, я у него пизжу, блядь, чаракадом крылья и ломаю ему ебасос, нахуй, блядь. Хуя. Нет, у кого-то в макросах есть экшен баттон? Команда. Что это такое? Экшен бар, может быть? Нет, именно баттон. Чтобы кнопка прожималась. У меня есть батон просто, хочешь? Нет. У меня, кстати, тоже есть нарезной, будешь? Для сталкера, для сталкера, блядь. Просто, блядь, такой нормальный, да, свежий. Что-то вы с там разоселением вашего, блядь, ГПшки за пиздёж уйдёт. Сидорыч продает по 400, покупает по 20, ебать. В натуре батон с маслом, блядь. А может, дам очищение, пожалуйста? Ладно, поздно. Очищайте, где? У меня, кстати, там баланир этот... есть. У меня, кстати, этот икра красная есть, будет тут? Имитированная. Блять, неужели, блять, эти бля, полицейские в Украине только получаешь, чтобы икру жрать? А чё, она дорогая особо? Ну, нет. Откуда, откуда, кстати, откуда она? Это икра с водорослей, это не настоящая. Ты, наверное, грязный полицейский, который азиатки берет, правильно? Не-не-не, я не такой. Ты такой? Не-не. Интересно. У нас не таких нет. У нас нет, это мы все приличные, ребят. Никита, Гена, Стас, Турбо, блядь, все нормально. Откуда икра, откуда? Из банки. Не, я понял, блядь. С какого моря, блядь? Я не знаю, это не фото. Икра, что ты стираешь? У нас, короче, из Камчатки была. Потом что-то, блядь, перестали возить. Хуй знает, блядь. Потом стали с Норвегии возить лосось. А потом, блядь, с Исландии, блядь. По факту, блядь, соседнего озера. Мне было. Очень понравилось чавыча. Это чё? Это рыба такая, сорт лососёвых. Только она растёт килограмм до 25. Нихуя. Там такая, как монета икра, нахуй, размером. Пиздец. А выглядит точно так же, как там форель, плюс-минус. Только просто, блядь, как нога размером, нахуй. Так, всё. Мы еще не убили, там деревья. Да похуй. А нам не надо, они не гарятся. Че, он рубы ставить или, блядь, обойдётесь? Два человека умерло. Ставь, ставь. Ставь. Ну, рибав. По крайней мере, можно рибав. И ловил, чтобы ставить? Да. Смотри, блядь, сейчас показывай, нахуй. Просто забегаешь в воду по колено, блядь, смотри. Вот, смотри. Смотришь? И пошел глушить ее нахуй. Чисто веслом нахуй. Я понял. О, все, полетели все на хоробу глушили. Работаем, блядь. Ведьмака 3 вспомнил, блядь. А ее, говорит, бомбами, блядь. Давайте, все. Ты знаешь этот метод охуенный, как ловить много рыбы с помощью женских колгот и батона? Космополит не хватает. Кулака. Смотри, Саня, берешь, значит, короче, батон, колготы женские, одеваешь на себя колготы до колена, блядь. Ну, не натягиваешь сильно, понял? Заходишь в речку, где-то так вот по грудь. Берешь батон, вставляешь его себе в жопу. И стоишь, ждешь, когда карасики поляшкам тебя начнут люпать. А потом резко одеваешь.
резко одеваешь колготы, и все, пол ведра, блядь, карасей с удара, нахуй, блядь. Блядь, это тебя кукас выебался. Да, ох, надо запомнить. Так в жопу вот болезненно будет. Суф, я думаю, так и ловит карасей там, блядь. Дерево слева, дерево. Дерево, дерево играть. Он так ловит субскрайберов на Твиче. Да, суп? У нас уже у какого-то элема 4, 2 куска, это 4 есть, да? Майс. Хорош, блядь. Не, сейчас в рейде у кого-то. А, у бетона, да, есть майс. Да я бы разбил. У бетона 2 куска? Да. У нас только, походу, у шаманов, блядь, и у варов по 2 куска. Да, да. Тресты, вары, блядь, шаманы. И СПСники, да. Только он им нихуя не дает. Помни? В этот. Так, в... косты сбивайте, дерево резко. Дерево играть. Вроде ДКшки на костах сидит. Дерево, дерево. А давайте убьем бог. Грозового играть. Топкас. Случай. Сейчас выйдут малые, все бежим, все роги на пути. Женя, когда же бомжи? Дерево резко. Нажимай уже, призывай. Давайте. Сбегайтесь под ноги. Гранатку. Приморозили их, или они работают, да? Ага, так просто было бы. Руты работают, шамановские на них. Топ-кас. Массакру, Егор. Че, точечно играйте по ним, похуй. И тут по 100 капа оставаться. Прохиливайте рейд. На следующих малых ирландец бомжей скинешь тогда. Дерево потушили? Поверну, да, тебе прибыль? Да, разбейте я... просто. Да, разбейте. Там, кстати, блинку можно съебываться, если шо. Ой. Ты что, платишь, что ли? Нажимай. Бомжей, бомжей, ирландец. Вызывай челов. Чёрт. Так, раз... Сокру гимн на хп кто-нибудь быстро. Алдамир, давай. Пизда вам, бля, богу. Кука даст. О, челы, пиздец. Бля, вы ещё не сдохли, но. Как так? Я в ахуе, блядь. Я в ахуе, сэр. Да хилы, блядь, топовые. Механику узнали, получается. Дерево. Кто топовый? Вот этот Васёк, блядь, нахуй. Он же, блядь, голый, нахуй. Был. А, гимн на ману отдам. Отдай. Так так же заебись по ману. Странно, Женёк жив. Надо умереть. Давайте предсказываем, большой будет или три? Три. Большой, большой. Три. Я думаю, три. Большой, большой. А, Биг Дик выгреваемся, бля. Смотрите, на. Третий, бля, третий. Изи, блядь, нахуй. Сука. Сать. Нахуй, угадал, как? Сука, блядь. А, наводите в рейде. Блядь, лучом накрыло, нахуй, 0 FPS. Дерево. Это такая механика, ебать, это луч, короче. Дерево там рядом с ним, затушили его. Он не дамажит, он FPS понижает. Так, задумано было. Под гениально, нам. Новая механика, о которой хуй ты играешь. Так. Хуй предскажешь. Чё, предсказываем, ну чё, 3 или 3 будет? Три. Я думаю, три будет. Три, наверное. Да, ну, я думаю, четыре. Блядь. Четвертый же идёт, как бы. Ой, блядь. Это ещё хуйня, блядь. Каламбуры пожёстче бывали. Так, бетона освободили. Уж я-то знаю, блядь.
Но сейчас 4 выйдут. Лайк. Да, блядь. Дерево, у тебя 4-е, все четко, блядь. Извини. Блять, набрали, сука, по объявлению. С этой хатерналов, блять. ГП получается. Блять, одну вспышку кастанул, пиздец. На ГП чел. Так а шо у тебя, блядь, билд нахуй без понижения агру, блядь, помойка. Блять, одну вспышку. Одну. Без агра. Суберево. Не, пизду, я не буду ставить. Давай, блядь. Отказаю, блядь. Нажимаю отказаться. А, избивайте, алло. А дайте этот. Все, пиздешь, убили. Геру, дайте. Суф, подымай космополита. А, космополита подымал. Пук дракона, подыми космополита. Вася, нажми бил. Космополита. Космополита, подыми пук дракона. Дерево убить. Забафали кота резко. Саня, нажимай Геру. Геру. Три. Я да где нахуй, сейчас стринг уже, ты что, пьяный? Я да, пьяный. А что там у нас по ядам вообще есть еще? У нас есть Arms War. У нас есть Mortal. Гера кончится, нажму. Команда уже не трогает. Ребят, там 800 хосты, им, блядь, больше, чем Гера 3 не дают. Перешли. Гера. Там ПС удал гейм, давай. Ёлка, ёлка, ёлку. Сука, ёлка. Алло. Ну, ёлку, бейте. Да, все нормально, никак. Все под контролем. Да, повезло, ебать. Босс почти добитый. О, ебать, хуета. О, хуета. О, где-то это пост уже увидел, ебать. Где-то была такая хуйня. Где-то было. А Вадь, ну типа Вадим кого-то, ну, кому-то дали, да, такой? Есть, да, такой. Космополит забрал. Космополит забрал? Да. Ну потому что он с арпой, блядь, а у него какая-то хуйня была с меткостью, с хостой. 30 тоже 39. Ну да. Так, штаны надо кому-то этой помойной? Сейчас от арпа нету смысла коту. Сколько есть, столько есть. Вы бывали прыгать. Токены, если что, бесплатно, так что думайте быстрее. Пока акции сегодня действуют. Да, да, потом что-то может разобрать. Что, на сегодня сфера упала просто ебейшее количество. Блять, опять комбат, нахуй. Большие потом. А, ебать, кто-то спетом, да, тэпнулся, лол. Не, запулили. Нет. О, запулили. Так. Кого запулили там, блядь? Я сейчас приду, короче. Больших. А сколько? Что-то сколько, да, хуяло под упом? Два было, по-моему. По-моему, да. Сколько у тебя уже? Войска там уже должно быть около 20. Блять, он их выкидывает, пидор, блять. По-любому. Так, этот посох, так понимаешь, биполяр, он тебе нужен ауфспек этот? Да, да, у меня. 26 лишь. А что, у тебя кот или мишка? Мишка. Три мишки в гильдии получается. Нажми еще раз. У кого еще? У нечаянно, по-моему, есть, да? Отдалось, нет? Да, да. Дицо. Поставь лутера на космополит, он сумку заберет алхимик. Так, я сейчас аддон закину. Хочу одну новую аддона потестить. Для рейда. Поставил лут, нет? Антон. Комбат висит. Батяня? Получается, да, блядь. Так, а что у нас осталось? Везекс. Ну мы что, мы дворфу делаем?
Ну конечно. Блять, сейчас, блядь, протодракон будет у всех, блядь. Тут 100% у всех ачивы все есть, блядь. Они все делаются просто так. Тут из сложных реально пожарные, блядь, считаются. Которые у нас уже есть, блядь. Лутера на космополита, как бы комбат слетит, не забудь. Слава рейду Ульдара 20. Так, как его меньше сделать? Ой. Вы в десятке не сделали это чего? Там мы не заморачивались никогда. В 25-ке попроще, мне кажется, ее делать. Танков больше. Да нет, там все легче. Там все везде легко, блядь. Ну, типа ачивка 25 мобов. Вот если бы в десятке было, допустим, 15 или там 10. Проблема большая, то что они засчитывают всех мобов. Мы в десятке делали. Мы 5 раз все до берсы доводили, чтобы она всех мобов за раз сдувала. И из всей пачки, что мы собирали, из 40 мобов только где-то 5-6 засчитывают. По-другому надо делать просто. До берсы зачем? Там поддавать просто. Чтобы она ваншот. Чтобы она их ваншотнула просто дыханием одним. Их просто надо, блядь, побить на 50%. Да, мобов защита только в кругу таком, который стоит. Круг нарисованный. Типа мобы должны в этом кругу умирать. Так точно. А до берсы зачем? Ну, чтобы она задула сразу. Типа их сразу сваншотила. Его без берсы делают обычно. Конечно. Просто если их в центре держать, их там другие мобы будут бить, у них хп, ну, будет. Ну вот, берется, делать. Держать за кругом изначально, чтобы мобы их не ну да, не ну так мы и делали, ну. Собирали всех мобов, подводили под одно дыхание. Сейчас оставляешь на 20% и все. Хилов дохуя, сделаем 3 танка, блять, и все. Можем даже дополнительно кого-то еще одного в хила подспекнуть на всякий случай. Егор, дай массакр, пожалуйста. Блядь, у нас сука работает, не пишет, сколько нахуй КД, блядь. И когда откаты, нахуй. У меня пишет. А, стой, подожди. Lost. Типа зеленька то, что откатилось. Бля, хуйня какой-то, не аддон, ебать. Каст. А время где ебать, сколько до отката. Ну, назначить на трэш ебать людей. Черри бьем первый, все звездочки Гавайи, все кружки Абу-Даби, все ромбики Аверн. Выбирайте цель. На счет 3 гриппаем и контролим. 1, 2. Подожди, один. подожди, не спеши, блядь. Выбирайте цель. Да, готов. На счет 3. 1, 2, 3. Одного гриппайте любого. Сало хорош. Куита аддон. Что за аддон? Называется колдаун. Колдаун юзит. Колдаун? Колдаун. Залупа аддон. Да, кал. Как он настраивается, я не понимаю. Он не настраивается. Проще это в ДБМ все добавить. Проще это. А как добавлять ДБМ? Есть ли? Допустим, на сакры колдаун ДБМ добавить. Как? Мелики, чё паш? Да, знаешь, что 2 минуты вроде как КД. Зачем тебе оно вообще? Ну, блядь, я что, должен отчитывать его в уме, что ли? Ну да. Блядь, секундомер бери, блядь, а шо? Yes, да. Засёк, давай, нажимай, засекай. ДБМ сейчас. Сейчас.
Блядь, подожди, сейчас разберусь. Сейчас, блядь, ДБ найти. Это options, да? Вот, spell skill cooldown, правильно? Ну, по идее, все включено. Женек, ты чё там кайфуешь? Как называется... Это... было бы запиздить, нахуй, блядь. Как называется массакра? Ян линковал в чат. Священная жертва. Ну, по идее, стоит галочка. Ну, там еще... У меня показывает время действия, не показывает сколько. А, ну напишут типа колдаун 10, но колдаун же поди больше. Это не минут... колдаун, это 2 минуты ставишь 120 секунд там. Все, давайте метки расставлять, их убили пиздец. Что босса танчит? Пук? Пук. Роги на пул, на пук дракона, пок и д. А чё тогда Телдрин танки? Не в танке, он надел щит и пушку, чтобы настакать, блядь, печать. Ну-ка нажми, Элдемир Массакр. О, всё нормально. Сюда нас. Это, есть Дживсков? Блядь, тут Дживса вот стоит, кто-то поставил. Чинитесь. Так. Давайте метка он ебал. Для свободы Лена. Стоим в черепе, отбегаем вправо. А метку безликого мы выносим назад. Там где локовские назад. Порталы стоят, вот дай выносим. А где это, рыбацкие снасти? Какие снасти? Ты что там пьяный сидишь? Да он же задыхал, блядь, нахуй.